Срочно просыпайся. Ты чё пугаешь меня так? Куда просыпаться? Что такого срочного, а? Ты не знаешь, какой сегодня день? Год, как мы с тобой познакомились? Нет, Эдик, это вообще все не так. Сегодня очень знаменательный день. Сегодня решится наша судьба. Мы останемся маленькими или станем снова большими, ты понимаешь? А, точно, мы же сегодня банк грабим, да? Нам же бабло нужно, чтобы рассчитаться с мелким лилипутом, да? Да, и еще я думаю, что это очень и очень важное, серьезное и опасное задание. Поэтому что нам нужно, Эдичка? Лайки нужны, чтобы нас поддержали. Чем больше лайков, тем больше куша мы вынесем с банка, да? Да, так что помогите нам, пожалуйста, мы очень волнуемся, нам нужна ваша моральная поддержка. Да. И мы с вами поделимся вот этим самым кушем. Каждому. Да, конечно. Подожди, куда ты побежал? Стой. Иди сюда. Давай. Пусти! Ну. Вот смотри, ты думаешь, грабить банк так просто? Нет, нам нужна амуниция. Ну что, давай тогда будем одевать костюмчики, мой красненький. Ну, мой синенький, конечно же, как всегда. Давай, зубочистки там, все, вилочки у меня есть в инвентаре, все, можем топать. О, я что-то боюсь. Ой, да что ты паришься, Жека, мы уже тут полдеревни ограбили, ты сейчас только начал бояться. Пошли давай, все нормально мне будет. Мне кажется, нас скоро посадят, Эдичка, нас скоро посадят. Если поймают, что маловероятно, да? Мы все время утром ходим, поэтому мы незаметные такие, понимаешь? Да, ну, короче, Жека, сразу в банк, да, идем? Что еще делать? Ну, а что еще? Чего ждать? Не нужно искушать судьбу, нужно сразу идти. Давай. Надеюсь, ему не очень много денег будет нужно, чтобы рассчитаться с нами. Ну, я думаю, в нашем банке кучу денег, у нас же богатая деревня. Да, тоже прав. А слушай, может мы ведьме тоже бабла предложим, чтобы она нас превратила обратно? Мне кажется, ей деньги не нужны, мы же ей предлагали, она все лайки просила. А, точно, лайки, то есть, ну фиг его знает. Ну, лайки это всегда самое крутое, поэтому давайте, ребята, помогайте. Да. Не, ну самое главное, чтобы мы ее хотя бы сейчас нашли, вот скажет нам лилипут, а потом там разберемся по ходу дела. Ой, что-то я еще больше сейчас начал бояться. Так, это банк, да? Да. Старая история, двери закрыты, и как мы войдем? Подожди. Помнишь, возле банка была какая-то заброшка вроде бы, какая-то из этих домов заброшка? Типа, ну да, там вроде никто не жил уже долгое время. Вот, вот это здание слева. Вот это? Так. Вот это слева. Давай. А как нам вообще туда войти? Я что-то не помню. Да там вроде все двери выбиты, все можно. А, ну да, там же никто не живет. Точно. А, вот, смотри, какой вход. Жека, ты где? Давай. Так, на второй этаж. Тут реально, смотри, даже пола нет на втором этаже. Вообще какой-то. Это жесть просто, ужас какой-то. Оп! Так, ну, в принципе, через дерево, как всегда. Да, опа! Да залезать ты! Все. Смотри, Жека, смотри, там уже кто-то есть. Так, подожди, давай сразу решим, мы мирные грабители или опасные? Какие опасные, мы мелкие, нахрен, муравьи, давай по-тихому все сделаем и просто убежим. То есть мы никого не будем убивать? Да, нет, мне кажется, нет смысла. Ну смотри, какая она крутая, может залезем куда-нибудь там ей? Думаешь, сейчас, чтобы она распалила, давай мы станем богатыми, а вот потом уже можно с ней договориться как-то, мне кажется. Ну я бы там прочистил зубочисткой кое-что. Ой, не смущай меня, не смущай. Так, ты готов, Жека? Да, я готов, вперед. Ну что, Жека, давай. Ой, ты так не ори, а то еще услышат. Какие у. Да не услышат, мы же мелкие. Да пофиг. Опа, смотри, сколько ни хрена себе тут модели работают, а. Я все-таки пошел это. Куда я упал? Помогите! Поднимайся обратно. Ты аккуратнее, там гномы всякие ходят. Я хочу прочистить зубы. Да, Жек, тебя. Я тоже упал! Вот ты меня отвлекаешь, мне держать тебя. Жека, успокойся, Жека! Жека, тихо, там угомонись! Ладно, я иду. Она старше тебя даже, какая зубочистка, а? Большая зубочистка. Жека, я тебе честно говорю, вот вырастем, найдем ведьму, увеличимся, вот тогда пойдем. Моя вот эта по центру будет, хорошо, я забиваю сразу. Ну хорошо, я тогда вот эту справа. А, вот все, договорились. Тебе такие. Тебе такие нравятся, да? Да, одноглазые. А может у нее еще какой-то там секретик, если ты просто не знаешь. Ну вот, увижу. Ты странный чувак. Так, ладно, пошли. Так, ладно. Давай. Пойдем вниз. Давай, тихо. Там. О, смотри. А где деньги-то? Где бабки? Да откуда я знаю? Я первый раз в этом банке, а. Давай сюда, Жека, смотри. Иду. Давай, под стол, пока не заметили. Быстро. Сюда. Ой, вот. Так, ну мне кажется, там точно ничего не будет, там кассиры, видишь, стоят.
Потому что кассировать воруем, хотя нет, слишком опасно. Ну да, как-то за спиной воровать там нет смысла. Так, давай, а тут смотри, Жека, тут еще какой-то что? Спуск вниз есть. О, да, это скорее всего как раз хранилище. Ни хрена себе, а ну давай быстро. Быстрее, давай, да, да, про... давай, 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 давай. Сейчас, тут дверь. Да, дверь это не проблема, тут всегда какие-то дырки есть, давай поищем. Так, давай, давай. А в этих ящиках ничего не будет? Может тут хотя бы какие-то монетки завалялись, а? Ой, нам не нужны монетки, нам нужен большой куш. Ты сказал, ему нужны много-много денег. Ну да, да, да. Я чуть никакую дырку даже не вижу, Жека. Подожди, подожди, вот она точно тут должна быть. А, ну а ты, кстати, я тоже тут посмотрю. Ой! Так. Нифига нет, у Жека всегда была дырка, сейчас нету дырки. Эдичка, мы навсегда останемся маленькими. Женька, что делать? Я не хочу быть маленьким, мне надоело уже. Отпустите, дайте мне денег. А, нет, стой, Жека! Что? Идея, идея! Какая идея? А если мы сейчас реально будем агрессивными грабителями, просто нафиг взорвем вот эту дверь? Ага, то есть ты думаешь, сейчас никто даже не заметит, да? А у нас есть выбор! А где ты возьмешь динамит? Ну... Там дед один, помнишь деда, который всегда про войну рассказывал? У него там всегда куча пороха было, там он всегда какие-то динамиты делали, что-то такое. Ну, он же нас сожрет, он вообще псих. Да он нас даже не заметит, он в принципе тут рядом живет, мы быстренько туда проберемся, там пиум-пиум и убежим, все. Ну ты понимаешь, что день скоро закончится, и мы нам придется идти уже на завтра, понимаешь? Завтра придется идти уже. Сегодня мы в принципе уже не успеем, а ну тот же чувак нам какой-то срок не давал, мы можем хоть завтра ограбить. Так что... Ну ладно, тогда пойдем за динамитом. Так, давай, давай. Ты там... Все обломалось, я уже думал, все. Да, все... вообще. Ну это же хранилище, откуда там дырки вообще должны быть, а? О, блин, может мышка прогрызла. Да, в железном хранилище, ладно, так, давай же спускаться. Давай вот туда. А где это? А вот тут, он вот тут, справа от банка, давай сюда. А, да, ну все, я лечу тогда. Как же все сложно, а? Думали, так, придем, ограбим и все. Сегодня, уже будем, сегодня уже будем большими, ага. Так-то было просто все, конечно. А где тут вход, я такой вопрос? Откуда знаю? Я тоже тут первый раз, Жека, что за тупые вопросы, а? Ты что, живешь уже 10 лет? Ну я у этого кузнеца не был, ты сам сказал то, что он псих. Зачем мне к нему в гости ходить, а? Ну, блин, ладно. Тут что, там что-то горит, слышишь? Что-то горит. Где горит? Что-то горит. Ну конечно, камин у деда горит. Ни хрена себе, смотри, какой странный дед. Знаешь, на кого он похож? На кого? На черножопа. Кого? Черножопа. Это что за игра такая? Это там, ну там черножопы такие бегают, такие а-ла-ла-ла-ла. Охренеть, ты в странные игры, конечно, играешь, а? Ладно, тихо-тихо, чтобы он нас не заметил, давай сюда. Офигеть, сколько динамита. Ну, вот этот мы, конечно, вряд ли сможем вынести, может у него тут какой-то еще другой припрятан. Ну, по-любому, какие-нибудь маленькие такие петардики-то, по-любому. Петардики, да. Так, Жека, давай запрыгиваем наверх, давай... Ты не боишься по динамиту лазить вообще? Он нас даже не почувствует, мы же мелкие, а? Летим на воздух вместе с ним. У тебя же спичек в кармане нету? Да нет. Ну вот, тогда там не... Там зубочистка. Ну вот, вот. Жека, я предлагаю забраться на лампу, если вот там посмотреть, там обзор будет получше, может что-то заметим. Окей, давай. Ой. Вот, давай. Забирайся, не шуми очень. Как же сложно карабкаться, я уже похудел, наверное, килограмм на... так, 80. Ну, может быть. Так, давай, Жека, забираемся. Опа! О, так, что-то... А тут как? Я не допрыгну. А перелететь просто можешь? А ну, давай, я попробую. Ну, давай, ты первый. Опа! Все? Вот видишь, просто все. Офигеть, ты крутой. Я тоже крутой. Конечно. Так, Жека, я пока нифига не вижу, если честно. Смотри, а может по шторе не заберемся наверх, а там еще выше посмотрим. О, гениальная идея, пошли, Жека. Давай. Так, давай. Опа! Я давай. Быстро долетел. Давай. Куда? Вот сюда. Чуть не упал. Нет, ты как аккуратней. А что ты так не убегаешь? В смысле убегаешь? О, смотри, Жека, сундук какой-то тут есть. Какой сундук? Смотри, это сундук или что это такое большое? Уфери, привет, я тебя вижу. Привет. Жека, ну давай. А ну давай, открываем. Реально сундук. Что там, Жека, что там? Что там? Тут динамит. Как мне посмотреть? Нихрена себе, Жека, тут два динамита и зажигалка. Да смотри, нам в принципе хватит одного динамита. А может на всякий случай, может там пригодится? Да не, мы же с тобой вообще... Ну смотри, не знаю. Бомбонаторы. Скоро Новый год, мы там петарды, запасемся петардами, тоже нормально. Мне кажется, не нужно.
Да давай возьмем, да чё, он не такой тяжелый. Давай, один себе возьму, а и ты себе один, а? Ну ладно, хорошо. А подожди, а чем мы поджигать будем? А вот там зажигалка была, я взял, вот смотри. А, да, опа. Ты взял? Большая. Конечно, большая. Для лилипутов еще зажигалки не придумали. Так, ты взял там. Подожди, смотри, тут окно выбито. Да? Да, мы можем спуститься. Капец, темнеет, Эдичка, нужно быстрее вдачаться. Ой, давай. Ты готов, Жека? Я готов, давай. Давай, раз, два, три. Полетели, быстро. Давай за мной. Через весь город прилетим. Давай вот сюда. Офигеть. Так. Ой, не хочу я ночью бегать, вообще не хочу. Давай на крышу. На крышу? О, давай вот сюда. Вот ты прям умный сегодня какой-то. О. Давай сюда. Так, круто. Давай прям потом с высоты самой вышины крыши прыгнем в самый вниз. Давай вот сюда еще. Так. Аккуратнее, Жека, куда ты? Я немножечко что-то, кажется, сломал. Ты где? Жечка, ты лети, я пешочком добегу. Ага, ну давай. Ай, тик-тик-тик, вся, я полетел. Ой, Гагарин летит. Да. А где наш дом? Я потерялся. Ну вот, давай за мной следуй. Так, я тебя не вижу. Ты слишком... Ой, вот звезда в небе летит, давай. Ты как букашка такая маленькая. Давайте, я тебя жду на крыше. Давай. Ай, чуть не разбился! Офигеть, все, я тут, Жека. Давай. Ну ладно, так не на крыше, тогда заходи быстрее. Давай. Давай мы сложим лучше динамит, потому что взорвется еще так громко. Да, ночью спать будем и взорвется. Так, давай. А, ну так будешь над нами, да, пусть? Да, пускай над башкой взорвется, так. Вот, Жека, сегодня нужно 100% хорошо выспаться, чтобы завтра на трезвую голову пойти и ограбить нормально банк. Ну да, а еще я думаю, что нужно будет поставить лайк, потому что нам нужна снова моральная поддержка. Мы тут так переволновались. Во, согласен. Вот реально, много лайков, много кушай. Ну, мы же поделимся, да, Жека, со всеми? Да, обязательно. Да. Ну все, давай, Жека, спать. Давай.